Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня здесь я, с вами Катя Мирошниченко. Сегодня у нас с вами будет сочетание кошки плюс коллекция, в принципе, любая. Я сейчас покажу на основе коллекции осень-зимы и просто на фоне белого цвета. Есть два очень удачных варианта дизайна. Один, возможно, вы уже видели, я такого плана вариант показывала. Второй — что-то новенькое. Будем кошки со стемпингом сочетать. Очень красиво получается и быстро, самое главное. Итак, кошки, вы знаете, они у нас нестандартные. Как правило, магнитные гель-лаки, да, те же кошки, они выпускаются очень-очень сильно средней плотности. В основном это полупрозрачные гель-лаки, в составе которого идет магнитная крошка, которая цвет как таковой особо не дает. Ее магнитят, и получается, магнит дает красивый какой-то отлив в той точке, где работает магнит. И там нужна подложка обязательно. Без подложки вы такими гель-лаками работать не будете. Мы такие кошки не выпускаем, стараемся выпускать что-то такое нестандартное, то, чего нет на рынке. Вот. Сейчас кошки вышли, они очень высокой плотности, и понятно, что при такой высокой плотности там идет в составе не одна магнитная крошка, там помимо этого магнита, там идут еще шиммеры, перламутры, сама цветная колеровочная паста. Вот. Поэтому те стандартные дизайны, которые мы привыкли видеть где-нибудь в Пинтересте, в Инстаграм, как примагничивать эти гель-лаки и делать интересные варианты дизайна, с нашими такие варианты не получится. У нас немножко другой вариант подхода. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот. Ну, еще раз, они отличаются существенно от стандартных, то, к чему вы привыкли видеть кошки. Вот, за счет того, что там помимо самого магнита, да, магнитной крошки, там идет большое содержание всевозможных перламутров, шиммеров, пигментов, пасты той же колеровочной. Вот, они не требуют подложки, как правило, что вы это наносите в один слой и делаете магнит. В крайнем случае можно этот же цвет промазать без магнита. Вот, а уже повторный цвет магнитить, если уж прямо там в крайнем случае вам кажется, что, ну, недостаточно плотности в один слой. Вот, я очень люблю с нашими кошками делать дизайн. Вот, один дизайн я уже такого плана показывала, с цепочками, с отверстиями. Вот хочется в таком сочетании еще раз показать и показать с стемпингом. На основе этого, я думаю, что у вас могут родиться какие-то еще варианты дизайна. Давайте начнем вот с пластины. Нравится мне вот такое сочетание. В данном случае рекомендую взять какой-нибудь нейтральный цвет. Либо белым на черный отпечатать, либо черным на белый. Так, ну вот я возьму белый. Сушим. Я работала пластина, которая у нас вот новая, не флора, а там, где вот много вариантов абстракции. И здесь вот разные варианты можно выбрать. Я вот до этого выбрала вот такой вариант, да, отпечатала. Давайте вот здесь ВКонтакте сделаем вот этот вариант. Тоже думаю, что будет прикольно и интересно. В общем, берете любую абстракцию. Эта пластина у меня новая, из осени-зимы. Все, сделали. Заказала, жду новогоднюю коллекцию. Ну да, я презентацию, видите, новогодней коллекции сделала, но особо сейчас пока много эфиров с ней не веду, все-таки жду конца ноября. Сейчас ближе уже к концу ноября начну делать прям новогодние,
Я, как всегда, в восхищении тремя оттенками. 59, 60, 61. Это просто прям оргазмические оттенки. 457, 58. Это ностальгия по 90-м. Лаки, руби-роуз наших мам. Такое, кстати, часто просят в последнее время. Так, здесь предлагаю время сэкономить. Просто обезжирим белый гель-лак. Не все оттенки можно обезжиривать, но, в принципе, белый гель-лак можно обезжирить перед стемпингом, чтобы не терять время. Так, предлагаю вам делать сочетание, когда мы просто берем черный лак для стемпинга. Даем ему чуть-чуть просохнуть. Давайте, наверное, все-таки еще какой-нибудь вариант. Вот этот, кстати, мне вот показался прям самым удачным. Он мне тоже очень нравится. Я же в Инстаграме все это попробовала. Сейчас здесь вам быстрее покажу. Так, пусть у нас такой будет еще вариант. Тоже белый возьмем. Так, кошечки, номера. Мы сейчас на палитру выкладываем. Ну, желтый, скорее всего, черные такие линии прям не перекроет, поэтому вот я очень люблю 435 использовать для таких дизайнов в сочетании с 436 и зелененьким 437. Так. Магнит я беру вот такой. Он часто выглядит на фотографиях, когда вы покупаете вот так. Можете сейчас сфотографировать экран и по картинке в поисковике, в картинке Яндекс, поискать интернет-магазин, где можно купить вот такой цветочек магнитный. Ну, понятно, что это вот он, бусики. Магнит-бусики. Он мне очень нравится. Так, и начинаем заполнять. Прям не обращая внимания где-то на рисунок. Потому что здесь магнит будет хорошо угадываться, читаться, если мы берем большую плоскость под рисунок. На низ сольем оттенки. Сейчас мы их перемешаем в виде градиента. Так пожирнее накладываете гель-лак, чтобы вот этот рисунок черный перекрылся. Все перемешиваю в виде градиента.
И работаем магнитом дальше. Все сушим. Прям то же самое. Делаем оттенки эти же. Выбираете. Ой. Например, либо в середине где-нибудь, либо тоже с края. Так, ну смотрим, где можно выбрать. Ну, здесь вот прикольно, наверное, взять сегмент. Также прям закрашиваете рисунок. Здесь пусть будет, например, два оттенка. Вот сам изначально, можно, понятно, этот рисунок задать самому, нарисовать, да? Но вот со стемпингом, если есть какие-то абстрактные варианты, они там вот более интересные. Сам так из башки не всегда нарисуешь. Еще если и быстро надо. А это очень быстрый вариант дизайна. Здесь так как полоска узкая, пусть будет два цвета. Все сушим. Сейчас еще и такой вот вариант сделаем. Это очень быстрый вариант дизайна. Но вот мне больше всего нравится, когда просто белый фон, стемпинг сам черный идет. И теперь в верхней зоне. Как раз нам здесь стемпинга не хватило. Так, и здесь давайте также зелененького сделаем. Тоже не обращая внимания на рисунок, прям закрашиваем. Тоже перемешиваем. Здесь сказать, что как-то сложно перемешивается. Нет, они же шиммерные. Шиммерные между собой, они легко мешаются. Так, перемешали фиолетовый с зелененьким. Можно теперь магнитиком поработать. Сушим. Как прикольно получается. Как мне нравится. Так, то же самое. Так как белый гель-лак, в принципе, можно обезжирить перед стемпингом. Не все оттенки можно обезжиривать. Наш белый лотос я часто обезжириваю. Я теклос не наношу. Еще раз напомню, пластина новая. Это осень-зима. У меня, правда, уже лаковая краска заканчивается.
чуть не хватило наверх. А, ну как раз вот здесь и закроем. Ничего страшного. Так, и сейчас тоже сделаем, только в другой цветовой гамме можно сделать. Так, а здесь, кстати, можно кусочек вот так докрасить в синенький. Смотрите, здесь вот такой хвостик остался. Вот так, тыщ. Все, мы его даже магнитить не будем, вот этот кусочек. Так, добавим хвостик, смотрите. Все, вариант готов. Сушим и перекрываем финишем. А, перекрываем чем? Праймом. У меня теперь новый любимый топ, я им все перекрываю. А, он, конечно, объемный, такой пастозный. Дает толщину. Вот, но зато супер выравнивает. Все дизайны, декорации, если нужно сделать легкое моделирование, вот здесь прям требуется сделать легкое моделирование, потому что я здесь достаточно объемно наносила магнитные эти сегменты, поэтому здесь прям нужно выровнять. Сейчас мы нанесем и сделаем легкое выравнивание. Он, кстати, температуру не дает при выравнивании. Поэтому им легко, классно моделировать, как моделирующим гелем, в конце, когда вы наносите его как финиш. Вот, поэтому прям смело моделируйте. Смотрите, как хорошо выровняло. Хотя до этого сейчас магнитный гель-лак прям у меня так объемно лежал очень. Такое сочетание, это 436, 435 и 437 гель-лаки. Вот, можно вот здесь сейчас как раз взять другое сочетание, сделать, посмотрите, какое вам больше нравится. Так, здесь давайте возьмем тогда, которые не работали. Единственное, конечно, желтый, черный, скорее всего, не перекроет. Может быть, мы желтый сейчас не будем рисковать, не будем брать. Давайте возьмем 434. Так, к нему добавим, чтобы по-другому смотрелось. Или ладно, добавлю желтый. Ладно, давайте с желтым. Хотя я понимаю, что вот желтый как раз черный стемпик может не перекрыть. Но сейчас попробуем. Так, ну тут можно сверху начать. Так, начнем. Так, здесь вот прям как раз кусок возле кутикулы. Скрыть недостатки. Я прям магнитный здесь гель-лак кладу не тоненько, потому что мне нужно стемпинг перекрыть. Понятно, да, почему? Ну, то же самое делаете магнит. Сушим. Хвостик как раз можно, кстати, желтеньким сделать. Я его даже здесь магнитить, этот желтый, не буду. Смотрите, пусть он тут для цвета лежит. Вот просто красивое сочетание. Так. В центре самая большая деталь.
Так, здесь сделаем, давайте вот как раз от желтенького. Сейчас посмотрим, как он пойдет. Но он даже если не перекроет сейчас желтый, потому что черный сильно контрастный. Мы потом, если что, продублируем. У меня всегда желтый переходит в какой-то фиолетово-бордовый. Он прикольно смешивается. Такой цвет интересный получается. Все, и потом синенький. Тоже по цвету по-другому. Тоже перемешиваете. Видно, да, чуть-чуть виднеется через желтенький черная линия, но я думаю, наплевать. Также магнитик. Суши. Боксы навряд ли будут. Вот Маквин, мне кажется, он не доедет просто для до Валбериса и до Озона, сразу говорю. Потому что бывает, у нас боксы попадают, если там остатки остаются у нас. Вот, ну, не знаю, мне кажется, в этот раз навряд ли. Так, и теперь от синего давайте вот так сделаем. Вот эту часть. Вот в этот бордо... Ой, как прикольно получилось! Как мне нравится. Ладно, здесь желтый не будем добавлять. Да, наверное, вот когда фон белый и стемпинг черный, это, наверное, самое идеальное будет, я так думаю. Лучше не экспериментировать. Я сейчас вот до этого в Инстаграм делала, там вот с другим цветом, мне не понравилось. Фигня такая получилась. Сушим. Также праймом перекрываем. Слегка моделируем, потому что здесь понятно, что там, где сейчас магнит идет. Я его накладывала прям так пастозно очень. Поэтому здесь 100% надо продольно тяжек положить, выровнять. И будет тогда ровненько все. Я уже говорила, мне девочки на Валберсе находили. Сфотографируйте вот так. Вот, фотографируйте. По картинке, по поисковику, через Яндекс.Картинки найдите. Ну, многие интернет-магазины продают вот эти бусики магнит. Вот так вот. Ну, и то классное сочетание, видите? С желтым тоже такой интересный эффект получается. И зеленым красиво, и с желтым красиво. Я еще вот такой вариант в Инстаграм показывала. Вот, тоже мне нравится. Я его постоянно показываю. Здесь я вам уже в эфире не один раз показывала. Я только брала отверстия, которые вот такие. Вот. А в этот раз вот я еще классно, видите, с цепочками делать. Тоже прикольно. Тот же самый принцип. Все. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока.